Приветствую всех, Одесса на связи, 29 апреля 2024 года. У нас в Одессе только что прозвучал очень сильный взрыв. Сообщают о том, что предварительно сбитие, вот, я так понимаю, сбитие баллистической ракеты, но громко было так, я думал, что прилет, и причем прилет где-то рядом. Вот, но якобы предварительно сбитие, даже публикуют фотографии сбития в небе, ну, дым от, клубы такого дыма от сбития, то есть прилета нет. Уже сообщают на данный момент о том, что есть раненые от падения осколков ракеты. Значит, вкратце опишу события, развивающиеся буквально в эти минуты. Целый день у нас все было спокойно, все тихо, никаких тревог, никаких взрывов не звучало. Значит, 18.24 объявляют воздушную тревогу, поступает информация о пуске баллистических ракет с Крыма. 18.25 сообщают о том, что ракета в направлении Одессы. И в 18.27 у нас в Одессе звучит просто сильнейший взрыв. Я не знаю, это было очень громко. Вот этот взрыв, который я только что слышал, это, наверное, был самый громкий взрыв за все 2 года войны. То есть громче еще не было. Я был уверен, что это прилет. Вот, но еще раз повторюсь, сообщают о том, что это было сбитие где-то рядом с жилыми домами. Вот. Насколько я так понимаю, это была баллистика, потому что сообщалось о пуске баллистики. Я так понимаю, баллистику сбили. Вот. Подробностей пока что никаких нет. Будет обновляться информация, буду обязательно сообщать. Сейчас время 18.40, пока что все спокойно, тихо. Дополнительных пусков не было. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новую информацию про Одессу. До встречи, всем пока.